новая песня. Называется «Краснодар. Анальный город». Исполняем вместе с покемоном. Красивых и самых любимых нами итальянских песен, которая как угодно должна становиться победителем. И теперь мы видим его. Он темный, почти черный. We'll be right back.
шинку Лавуту, которую он не дает. Он прячет ее под подушкой, когда спит. Наталья пыталась ее вытащить и просто получила в пятак сразу. Beer.
веселый народный инструмент челюсть. Mm-hmm.
Неделя с Марианной Максимовской. Yeah.
этих людей посещали инопланетяне. У них были огромные черные глаза. Над их телами всячески издевались пришельцы. Они вставили мне зонт в правую ноздрю. Это было ужасно. Этот человек прошел через невообразимое. Но почему я? За что они так? Он никогда не сможет забыть о посещении. Это очень странно. О боже, я надеюсь, что это самолеты. Пусть это будут самолеты, пожалуйста. Вы видите, как группа медиков готовится к обычной хирургической операции. Но то, что произойдет в следующий момент, обычно никак не назовешь. Тысячи людей во всем мире считают, что их посещали существа с других планет. Жертвы предполагаемых посещений рассказывают о странных объектах, вживленных в их тела с неведомой целью. Станет ли извлечение чужеродного предмета из тела пациента доказательством того, что инопланетяне посещали Землю? Когда вы впервые почувствовали внутри себя имплантант? Мы с друзьями катались на лыжах, и я упал. Пришлось сделать рентген. Тогда-то я и увидел этот странный объект рядом с большим пальцем. О чем вы подумали, обнаружив его? Первая мысль была, почему я? Во мне нет ничего особенного. Почему они выбрали именно меня? Я почувствовал себя каким-то загнанным зверем, пушечным мясом. Не знаю, все это так влияет на мою жизнь, на мои мысли, на самочувствие. Я не хочу, чтобы это оставалось во мне. Никто не позволял им вложить в меня это. Я вижу объект в области большого пальца. Ничего сложного, сделаем небольшой надрез и извлечем его. Это элементарно. А что дрелью делали 28 лет? Что вы здесь делали сейчас? Ничего не делал. We'll be right back.
Начал меня ножом бить, потом какую-то непонятно, или табуретку, или что такое по голове начал дубасить. Пытаются убить друг друга за квадратные метры. Детей выставляют на баррикады перед спецназом. Бывшие хозяева запирают в квартирах хозяев нынешних. Двери заваривают, свет и воду отключают. We'll be right back.
Ой!